значит, очень под стать с нее начинать, с этой посылки, потому что у нас как раз нахожусь в детской. Вы видите, это по фону пола. Никаких подарков у нас нету. Так, немножко пошуршим. Так, ну, я подозреваю, всем знакома игра Plants vs. Zombie. Растения против зомби. Значит, ну, достаточно качественный зомбачок. Достаточно качественный зомбачок. Ну, так вот немножко, конечно, видите, вот здесь вот нога покрашена, хотя вот штанина уже здесь порвана. Здесь вот ботинки коричневые немножко налезли, но в целом, да, ручки у нас движутся. Одна, вторая. Голова у нас крутится. Ну, посмотрим, будет он стоять или нет. А ну, вставай! Зомбак, вставай давай! Так, ладно, к зомбаку вернемся. Так, ну и, собственно говоря, горох. Классная, кстати, штука. И вот такие вот нему шарики. Да. Все, я понял, как это делается. То есть, мы вставили. Все, он заряжен. Мы ставим зомби, который по непонятной причине не ставится. Так, надо разобраться. Вот, да, мы его поставили. Ну, и зомбака мы поставили, навели на него и сделали вот так. Ух ты! А что-то не хочет стрелять. Давай поглубже тебя вставим. Еще раз поглубже вставим. Пум. Ну, смотрите, да, достаточно безопасная игрушка. То есть, вот горошина в нашем случае, это что-то такое а-ля поролона. Их у нас три, да, стрелялка по принципу воздуха, то есть, ну, выстрел достаточно слабенький, ну, как бы для того, чтобы упал зомби, ну, этого должно хватить, его бы еще поставить. Не знаю, может быть, конечно, на чем-то гладком он лучше бы стоял, но в моем случае палас, о, стоит. Давайте попробуем в него попасть все-таки. Попал. Вот, значит, в продаже есть все растения, да, и разные зомбаки, то есть там и горох, вот вы его видите, кукуруза, ну и все остальное. Есть, вот так стреляет, зомбаки разные, и даже вот этот главный монстр там какой-то присутствует. Качество, в принципе, хорошее. Конечно, не хватает розничной упаковки. Не совсем помню, была розничная упаковка заявлена или нет. Но при всем при этом, если ребенок играет в эту игру, там, и ребенку нужно сделать приятный подарок, ну, почему бы нет? Да, там вот заказать зомбака горох, кукурузу или что-то еще, пускай стреляет. По запаху такого ужасного запаха не чувствую, но вполне могу рекомендовать к покупке.